оповещение для вас. Лилия, правильно, да, к вам обращаюсь? Слушаю вас. Данный звонок идет по поручению медицинских клиник в Челябинской области. Это в связи с тем, что идет сейчас в поликлиниках в основном прием ковидной инфекции и простудные заболевания. Поэтому медицинский фонд финансирует программу дополнительного льготного обследования. Вы данную информацию получали? Оповещение было для вас? Скажите вы, какая организация? Центр аппаратной медицины, клиника Южный Урал. Сейчас медицинский фонд в нашей клинике финансирует программу комплексного обследования в связи с тем, что много обращений в скорую помощь именно с осложнениями сердечно-сосудистой системы. Программа проводится для женщин 40 лет и старше, проживающих в Челябинске. По льготе проходит один из видов обследования, либо на аппарате УЗИ, либо комплексное. Сердце, сосуды, суставы, позвоночник. По возрастной вы проходите, 40 есть, полных лет вам? Спасибо за информацию, я подумаю и позвоню вам. Мы с компьютера звоним, до нас не дозвониться. Вы мне просто скажите, у вас по возрастной категории вы проходите? Спасибо вам за звонок.